Мне кажется, это пропагандистская какая-то туфта про то, что европейцы хотят выйти из Европы. Распад Евросоюза нереален, слишком долго они собирали все эти страны в один союз. А что касается лояльности к Евросоюзу, мне кажется, что граждане разочаровались в тех последствиях, которые мы видим, да, с этим союзом. Когда я посещаю страны Евросоюза, естественно, я вижу, в каком состоянии они находятся, да. Одни вылизаны, не знаю, наутюжены, напомажены, а другие, конечно, находятся в таком несколько упадническом состоянии. Очень легко заметить разницу между Северной Европой и Южной Европой. Южная Европа, которая там очень набожна, это католики, большую часть своего, значительную часть своего времени готовы отдаваться там, ритуалам, нежели работе. Сегодня нужно что-то менять. Но как и что это менять, сказать сложно. Почему? Потому что на протяжении многих лет европейцы, простые граждане, они, им же внушалось, им объяснялось, почему эта политика столь важна, почему ближайший друг все-таки это вот Запад. Мне кажется, Евросоюз должен был ограничиться экономикой, но политическая составляющая начинает перевешивать экономическую, и пытаясь как бы монополизировать определенные области экономики, Евросоюз рушит взаимоотношения внутри себя.